Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 31 уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». Вы, наверное, уже видели такой виджет, который позволяет показать картинки до и после. В середине такой есть маркирок, мы можем потянуть за него влево и вправо и посмотреть картинку до и после. Сейчас же аналогичный виджет перед вами, только он показывает не картинки, а видео. И когда я тяну за ползунок влево или вправо, то запускается левое или правое видео. Смотрите, потянул в это, видео само автоматически запускается. Начинаю обратно прокручивать, левое видео встает на паузу, а правое... Начинает показываться. То есть, вообще, как бы эксклюзивный виджет, я подобных еще не видел. Очень классный. Очень много где можно это применить. И, соответственно, каждый раз видео ставится на паузу, когда оно. Как бы вы его большую часть закрываете. Да? И большая часть открытого видео оно запускается. Здесь все просто и понятно. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. После того, как вы виджет перенесли на холст, он сразу встает по ширине в 100%. И давайте посмотрим его настройки. Первая вкладка настроек – это для загрузки видео. То есть у нас два видео и нужно два загрузить. Вы должны подготовить какие-то небольшие видеоролики в формате MP4. Они у меня уже подготовлены. Я сейчас вам показываю, как и что нужно делать. Вы переходите в левый верхний угол программы Adobe Muse и нажимаете «Файл». Далее из списка вы выбираете добавить файлы для передачи. Вы должны сейчас в проект загрузить два видео ваших роликов в формате MP4. Убедитесь, что в названии ролика нет русских букв, только цифры или английские буквы. Добавить файлы для передачи. Вы выделяете ролики и нажимаете «Открыть». И они у вас туда загружаются. Что нам нужно сделать здесь? Написано, видите, вот видео файл left. То есть на левую сторону здесь вы прописываете файл. Как мы его прописываем? Вы здесь все удаляете, все, что там есть. Так как все элементы, видео, фото, устроены в Muse так, что это все у нас хранится в папке Assets. Поэтому мы должны прописать путь до нашего файла. По-английски мы пишем в этом поле Assets. Далее мы ставим косую черту и название нашего ролика. Обязательно вместе с расширением. Первый ролик у меня называется 1, поэтому я оставляю 1 точкой и название расширения MP4. Вот таким образом. Нажимаем Enter. Дальше у меня путь такой же, только название ролика называется двойка. Поэтому я вот это все дело копирую. Файл видео write справа, поле. Мы выделяем все, что там есть, удаляем. Ctrl-V вставили. И меняю название ролика на 2, потому что второй ролик называется у меня двойка. И Enter. И сейчас мы проверим, все ли у нас правильно получилось. Мы идем в браузер. Вы видите, картинки уже появились, значит, и мы сделали все верно. Нам осталось настроить вот этот ползунок, который мы двигаем. И тут еще появляется такой текст. То есть вы можете здесь что-то написать. там, Подвигайте влево-вправо, чтобы просмотреть результат, например. Смотрите, вторая вкладка настроек. Вот это 60-60, это у нас размер вот этого кругляшка посередине. Можете сделать больше или меньше. Но чтобы она была у вас круглая, вам и там, и там размер должен быть одинаковый. Дальше, радиус. 100%, то есть если поставим 0, скорее всего вместо круга будет квадрат. Бэкграунд, цвет вот этого круга. Давайте, кстати, проверим. Поставим 0. И заливка данного круга я выбираю какой-то свой. Дальше бордер. Это рамка у этого круга. Теперь уже квадрата. Я поставлю рамку побольше, 10 пикселей. И ниже цвет для этой рамки выберу темно-зеленый. Так, давайте проверим. Вот вы видите, да? Вот он в середине. У нас квадратик получается. А не круг. Давайте посмотрим последнюю вкладку настроек. Дальше все настройки относятся к тексту, который появляется на наших роликах. То есть вы просто можете здесь что-то написать. Я напишу просто демо и Enter. Дальше ниже Color это цвет для нашего текста, который вы написали в поле текст. Я выбираю какой-то цвет. Фон, Size, Размер шрифта. Можете увеличить. Поставлю я 50. Дальше идет шрифт. Вы можете из списка выбрать какой-то шрифт для вашего вот этого текста в поле текст. И последняя опция Top Distance в пикселях. То есть от верхнего края браузера сколько отступить пикселей до текста. То есть можно меньше, больше, где вам там больше понравится. Просто здесь меняете значение. И в принципе вот и все настройки данного виджета. Давайте посмотрим. Вот вы видите, текст сменился на демо. Он исчезает каждый раз, когда мы начинаем двигать. И этот текст больше не появится. Только после перезагрузки страницы. У нас с вами все получилось. На этом здесь все, и увидимся с вами в следующем уроке.